Всем привет! Сегодня хочу показать макияж для съемки. У меня будет очень четкий проработанный образ с очень сильной коррекцией, яркими глазами. Такой образ можно использовать для любых условий, будь то съемка в воде или просто при свете софитов, или для съемки видео. Итак, приступим. Перед нанесением макияжа необходимо подготовить лицо. Очищаем кожу с помощью лосьона или, если вы были накрашены, мицеллярной водой и лосьоном. Следующий шаг – тонирование. Я буду использовать водостойкий тон Fluid от Atelier. Он выравнивает тон и позволяет скрыть недостатки кожи, устойчив к высоким температурам прямому попаданию воды. Далее нанесем консилер от MAC под глаза. Он помогает высветлить и замаскировать темные круги под глазами, прыщики и другие мелкие недостатки кожи. Для бровей я выбрала помадку от Anastasia Beverly Hills в оттенке Chocolate. Главное ее преимущество – это стойкость и пигментированность. Переходим к макияжу глаз. Я очень неравнодушна к аквагриму для макияжа. Мой фаворит – акварель компактная темно-коричневая от Atelier. Под глазами я прорисовываю основу мягким коричневым карандашом Lacordi 202 темно-коричневым, растушевываю кистью. Я буду использовать тени Makeup Atelier палетку Т26. Первый самый светлый цвет наносим под бровь и внутренний уголок глаза. Третий оттенок холодный коричневый сатиновым мерцанием наносим чуть ниже светлого во впадинку и растягиваем его до середины глаза. Чтобы сделать глаза более выразительными, добавим матовый темно-коричневый оттенок вдоль линии роста верхних ресниц и на внешний уголок, а также слегка пройдемся им вдоль линии роста нижних ресниц. Добавим мягкое золотистое свечение на внутренний уголок глаза. Перламутровая пудра Makeup Atelier 04. Слизистую нижнего века прорисовываю моей любимой водостойкой гелевой подводкой от Atelier. Пластичная гелеобразная текстура формирует мягкую стойкую пленку на коже. Для насыщенной темноты мы можем немного притемнить внешний уголок глаза. Сверху на подводку мы добавляем абсолютно черный цвет из палетки теней Т02. Перейдем к коррекции. Делаем легкую жирную коррекцию с помощью палетки Dermacolor от Kryolan в палитре из 12 цветов. Для того, чтобы сохранить подольше макияж, убрать блеск лица и сделать кожу матовой, просто необходимо припудрить лицо. Прохожусь по Т-зоне пудрой High Definition от Atelier. Еще больше усиливаю коррекцию с помощью корректора и хайлайтера Anastasia Beverly Hills, палетка для контурирования Light to Medium. На скулу добавим мерцающую пудру от MAC в оттенке Soft and Gentle. Добавим здоровый освежающий цвет лица с помощью румян холодного розового оттенка. Золотые тени я наношу, когда макияж уже готов, и небольшое количество этих теней позволит макияжу засиять. Самый легкий способ обольстить мужчину – это кокетливо посмотреть на него из-под пушистых ресниц. Мой выбор – тушь для ресниц Vivien Sabo Cabaret. Последний штрих – помада. Я выбрала оттенок Matte Me от Sleek в оттенке Birthday Suit, 436 номер. Переходим к прическе. Я хочу показать вам легкую ломаную накрутку. Я использую для этой накрутки очень необычную плойку, которая на самом деле предназначена для прикорневого объема. С ее помощью можно получить кудри самой различной формы, сделать потрясающую прическу и необычную укладку. Отлично смотрится на любой длине волос. Смотрите, какой клевый образ у нас получился. Подписывайся на мой канал и смотри новые видео.